И мы продолжаем. С кингпином Электро я разобрался. Теперь нужно разобраться с этими бомбами, которые установлены по городу. Сначала мне нужно попробовать смотреть подземку туннеля метро. Похоже, бомбы где-то поблизости. Вот тебе бомбёры. Кстати, эти бомбёры вроде в комиксах вообще никогда не появлялись. Это типа чисто созданное специально для этой игры. Но лично за все комиксы, которые я прочитал, будь то оригинальное, там, Amazing, будь то Ultimate, неважно какой, тут эти бомберы мне никогда не попадались. Их как будто не было. Причем сам бомбер. Походу, это чисто игровой, чисто персонаж для игры. Эксклюзивный для этого самого. Эльф-табахер снят. Чё, снайпер? Не знаешь, куда стрельнуть? Ой-ё. Так, а тем временем я включил защиту. Антивирус. Ай! Дэммит! Чёрт! О! Что за... Парни, перед этой бомбой, которые устанавливают бомбы. Это какие-то такие прыгучие костюмы. Что? И вообще, что за бомбы тут они такие устанавливают? Я просто... Нина, посмотрите на дизайн этих бомб! На. Блин! Окружили вообще со всех сторон. И слегка лагануло почему-то. Ну, это, понятное дело, бандикам и все такое. Натя! Кажется, я слышу звук поезда. Бомба находится в этом поезде. Нужно торопиться. О, только не метро. Я обожаю метро. Господи. Оно... Сейчас взорвется метро. Блин. О, господи, этого допустить нельзя. Метро же. Я обожаю метро. Нет. Сам лично я обожаю всякие там поезда, все такое, станции, дизайны станции. Не знаю, какая-то такая детская привычка. Нравится, типа, ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Прям с детского садика. Ту-ту-ту-ту. Осторожно, дверь закрывается, следующая станция. Какая-то там. Так, бомба тут. Ну вот. Токсический шок. Блин. Дорогие жители Нью-Йорка. Что-то там. Я установил серию терактов по Манхэттену. И ваш защитник Человек-паук не сможет меня остановить что-то? Или защитник Человек-паук пусть попробует это все остановить? Что-то за беспорядок. Нужно увести жителей отсюда.
теперь лайфхак. Я не хочу тушить пожар и сделаю вот так. Ключик достал и вышел. Спаси жителя. Химикаты. Которые, кстати, могут долбануть. Так, а где... Сейчас, подожди. Где мне нужно перекрыть? О. Помню в детстве то, что этот уровень для меня был большой занозой. Я просто не понимал, что тут делать. О. О, блин! А. Не, ничего страшного. Знаете, комбинезоне. А этого жителя просто нужно спасти, всего лишь прийти к нему. И вообще, вам не кажется, или тут сейчас все жители, которые нужно спасать, абсолютно во всей этой игре, женщины? Но женщинам повезло. Человек спайди их, Паркер их обожает. Опа, какой цветной человек-паук. Бомбы везде. Бомбер установил бомбы вокруг города. Мне нужно найти их обязательно. Да ладно. Еще одни бомбы. Бомбы. Господи. И в старшей версии есть этот бомбер с бомбами. И в версии PSP, PS2 и V есть эти бомберы. Ну, слава богу, без таких именно бомб. Обезвреживать их нужно по-разному. То их бить, то их выкидывать в воздух или в гудзон. Или то обезвреживать по-научному. Раскрывать их и делать всякие штучки для того, чтобы их обезвредить. Бомба! Ай! Раз. Угу. На, блин. На, скинул и убил. Я жестокий. Да, мне не нужно сюда. Точно вспомнил. О чем поговорить, я не знаю. Вообще не о чем обсуждать. Ну. Вообще, допустим, представим такой вопрос. Какая трилогия. Ну, не то что трилогия, а какие фильмы о паучке мне нравятся лично. Вот. Вот я знаю то, что очень многим нравится. Стоп. Это были последние бомбы. Теперь нужно найти и остановить того, кто за этим стоит.
Короче, всем нравится. Всем нравится трилогия Рэйми. Но мне лично, не обижайтесь, нравится двулогия Марка Уэбба, нового Человека-паука. Я не знаю почему, но мне оно больше всего понравилось, чем трилогия. Но если бы выпустили четвертый фильм в трилогии Рэйми, я бы, мне, наверное, по-любому понравилось бы. Она, именно она. Но сейчас мне нравится именно двулогия Марка Уэбба. И вообще, достали с этим перезапуском Паучка. Теперь он в киновселенной Марвел с Мстителями. И будет уже в третьем Капитане Америки Гражданская война. А потом сделают про него сольник. Да. Итак, босс. Бомбермен сейчас может навредить Джона. На. Взрыв. Видишь Джона? Я тот парень, который это смог. Я вернулся. Чувак, я не знаю, кто ты такой. Я Люк Карлайл. Вроде Карлайл где-то был в комиксах. Человек, которого ты опубликовал в газете, подставив его там, один. Теперь город, я отобщу этого города и... Короче, помнишь меня? Ты уничтожал людей. Это без... И ты... Ну, как-то какая-то обзвалка. Моя работа, опровергнут. Блин, я не понимаю. А, ладно. Да-да, это... Такой уж день. Ты, я думал, я тебя взорвал. Да, ты думал. И ты ошибся. Сейчас мистер Флоток, чего? Отдай мне этого человека, может быть, я не погляжу тебя. Нет. Никто мне не помешает. Джон находится в этом вертолете. Я должен преследовать его. И, кстати, как... Вот сейчас, вот смотрите, какая логика. Кто мне пускает ракеты? Вертолет вроде это вертолет меня пускает ракеты. Но вроде бы вертолет улетел. Не, вроде я бы его преследую. И как оно через здание прилетает? Вот мне непонятна логика. Офигенно, да? Ауч. Опять человек убил. Я жестокая личность. Да, блин. Разбейся. Поехали. Пока. Да опять, как его ударил? Вот вертолет. Вот он, вертолет. Он садится. Время... побить бомбера.
Человек-паук. Там помешал мне теперь типа. Что ж. Человек-бомба. Никто не смеет взрывать мой город. И если кто-то сделает, я дам ему, короче. Мне не стоит переводить. Я плохой переводчик. Я еще плохо знаю английский. Я не буду уворачиваться на земле, я лучше, и я всегда уворачиваюсь именно так. Взлетая, высоко-высоко. Ай! Ай, ё, блин! Вот это ты уже офигел. Как его ноги блестят такой модели. Глянь тебе. Ой-ой-ой-ой. Нет. Ай, блин. О! А он жив. Я выпущу тебя и отдам это все копам Джона. Что там? Почему ты спас меня? Пытаешься, чтобы я исправился насчет меня и тебя? И ты меня сейчас бросишь в крышу? Спас тебя, Джона. И он какой-то говорит пословицу, то что насчет двери, если она закрыта, то ее можно всегда открыть, что-то там такое. Ну вот.